Я Наталья Неведрова, это проект «Национальность.ру». Сегодня я добралась до Черного моря, чтобы познакомить вас с шапсугами. Мы приехали в Краснодарский край. Шапсуги здесь проживают до исторических времен. Шапсуги – один из субэтносов черкесов. Выяснили, как они живут и как встречают гостей. 3 дня побыл, он уже считался своим. Узнали, что шапсугского языка не существует. Есть говор шапсугский, диалект. Поучаствовали в женском обряде первого шага. Обязательно с подарками в этот день. Ой, ты тятя! Выяснили у местных жителей. Узнают ли они, чей это традиционный костюм. Па-о. Па-о. О. Не получается понижнее. Такое. О. О. Да. Сделали пхачич и научились на нем играть. Почти получается. Узнай больше про шапсугов из большого выпуска проекта «Национальность.ру». Головокружительное падение.